Итак, финал. Команда ФК Дым против команды Лисино. Второй тайм. Снимаем с другой стороны. Давай, Марк, здесь можно, Марк. Крыса! Первый! Чекайте, это не окей, роллер. Летело. Сбирай, каждый Хорошо! Блядь, пропусти! Сава, беги! Сам твои все отмахуем! Харли, уходи! Сбирай, каждый! Чего стоишь? Ну ёб, чё? Один у меня, Кирилл! По него? Дай! Центр, центр! Всё, прочь! Прими, спокойно, один! Один-один! Лево пустой! Сам, пусть сам! Под кадом, Маш! Хорош, Маш! Шикарно! Там все свои, спокойно! Дай! Право, право! Право, лево, лево! Право, право, кати! Право, один! Раз, право! Отлично! Маш, 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 три! Потому что мясом пахнет. Паша, Паша! Первый! Беги, Люху, беги! Ой, трое у вас!
Ну. Было близко. Домой, 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 терпим. Хорош. Давай, давай. Ударом. Нефиг с юнором говорит. Ребята, контролируйте свои эмоции, пожалуйста. Был наезд на судью. И как следствие удаление с поля. На заморозке, значит. Да. Ну я вот, я голову, господи, руку выставил. Да, все нормально. Я думал, давай, не нервничай. Давай.
Итак, основное время финала закончилось счетом 0-0. Нам предстоит посмотреть серию пенальти.